Apple дали месяц на блокировку Telegram. Роскомнадзор ожидает ответа от представителей компании Apple по вопросу Telegram в течение месяца. Об этом в беседе с «Интерфаксом» сообщил глава ведомства Александр Жаров. «Мы отправили им юридически значимое письмо и ждем от них юридически значимого ответа. Поскольку компания Apple, как и другие транснациональные компании, компания с высокой степенью бюрократии, ответ ожидаем в течение месяца», — объяснил Жаров. Ранее в Роскомнадзоре рассказали о том, что направили в Apple письмо с требованием удалить Telegram из магазина приложений App Store. Кроме того, в ведомстве настаивают на блокировке PUSH уведомления сервиса Павла Дурова на территории России. При этом в письме указано, что требования выдвинуты во избежание возможных действий Роскомнадзора по нарушению функционирования указанных выше сервисов Apple. По данным исследования Mediascope, в апреле 2018 года в официальном приложении Telegram зафиксирован рекордный рост пользователей из России, среднее число юзеров в день составило более 3,7 миллиона человек. Telegram официально блокируется в стране с середины апреля 2018 года. Новость размещена на сайте вседоски.com. Это бесплатный сервис по массовому размещению объявлений на десятки досок объявлений. Как продать быстрее? Размести объявление сразу на все доски объявлений с помощью сервиса вседоски.com.